чувствами. И я сейчас, как вы поняли, в деревне, и сегодня выпал первый снег. Ну, как сегодня? Выпал он вчера. Ну, короче, вчера в 11 часов вечера он пошел. Вот, и за всю ночь вот тут накидал. Вот он настоящий. Я очень жду, жду зиму и Новый год. Он липкий, видите? Я могу его... Вот снежок. Давайте покажу, что у нас тут в деревне. То есть, видите, тут он не такой, как в городе. Я снимал, я не знаю, в городе выпал снег или нет. Я сегодня в город поеду. Вот, видите, крыши домов все белые. Что так? Он, конечно же, тает, потому что сейчас не минус, а даже не ноль. Сейчас плюс один, что ли. Сейчас покажу. Сейчас. А, нет, ноль. Ноль градусов. Ну и хорошо. Но он все равно тает. Напишите в комментариях, любите вы зиму и вообще какое ваше любимое время года. Вот и все. А вчера тут все было зеленое. Ну, трава вся. Вот. Ой, мой флаг тут еще остался. Нормально? Нормально. Что там с ванной? Она замерзла. Ну, снег. А вот и песочница. Песочница. Которой очень много снега. Сейчас я надену перчатки. Куда у меня телефон положить? Сейчас я приду. Итак, все, запись пошла. Вот снег. Вот он. Ну, короче, вот такое вот видео. Коротенькое. Вот так вот. Это я, если что, в деревне. О, понимаете, у меня уже перчатка промокла. Вот. Ну что ж, на этом видео подошло к концу. Опять я эту фразу повторяю. Нет, по-другому. Ну, а на этом видео подошло к концу. Ну что ж, вы были на канале Алекс ТВ. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте мне лайки. И всем пока-пока. Удачи. Немного поснимаю еще. Всем пока. Привет. Это внезапное включение. Ну как внезапное? Короче, я уже приехал домой. Вот дом. Дома я. И я приехал вчера. Вот. А в городе моем не было снега. И сегодня утром я просыпаюсь, и тут...
лучше, чем в деревне. Ну, я уже не помню, как в деревне, но у вас тут вы можете промотать назад и сравнить. Ну, что тут сравнивать? Сейчас я покажу другой вид. Вот с моей комнаты вид. Ну, то есть... снег. Холодный снег. Ладно. Да, я еще обрызгался, просто мастер, блин. Ну вот. Ну, на этом все. Всем пока. Если что, сейчас 31 октября.